Срочная новость. На Семеновском озере у домика моржей, излюбленном месте для купания в жару, едва не утонула девочка. По предварительной информации, ей помогли выбраться из воды очевидцы. В реанимационных мероприятиях участвовала и подоспевшая скорая помощь. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу. Подробнее о происшествии мы расскажем в ближайших выпусках новостей. 16 июля 2024 года в 17:04 поступила информация о том, что на озере Семеновском в районе домика моржей тонет девочка. По информации Министерства здравоохранения, девочка после реанимационных действий была доставлена в крайне тяжелом состоянии в детскую областную больницу. Хотелось бы напомнить, что купание на озере Семеновском, а также в других водоемах и вне с пляжей воспрещено. Знаки безопасности вывешены на всех водоемах в границах муниципального образования города Мурманска. Административная ответственность за нарушение данного знака от 300 до 500 рублей на граждан и от 1000 до 3000 на должностных лиц. Прошу, да, родителей внимательно следить за своими детьми, не отпускать их одних на прогулки, тем более у водоема.